еще и молодым человеком, Максимом, джет позывной, командир нашей команды. Занимаюсь трекболом практически 3 года. С первого момента, наверное, знакомства с ним. Я всегда была сторонником активных видов отдыха, ролики, джамперы, что-то такое, вот, поездки на природу. И так получилось, что попала в компанию страйкболистов, мне предложили поехать на игру, и мне понравилось. Адреналин, какая-то психологическая разгрузка, потому что в течение недели все-таки устаешь как-то, где-то один раздражает, где-то другой бесит. Что-нибудь не так, и устаешь. А тут психологическая разгрузка. У кого-то это спорт, типа там, скалолазание, баскетбол, футбол. У нас трекбол. Не сложнее, скажем, физкультуры. Бегать, прыгать, тяжести большие таскать не нужно. К тому же ребята всегда, если что-то, помогут. Морально, то есть ты все равно переживаешь, что попадет в лицо, а ты же девушка, поэтому, естественно, в таких моментах немного переживаешь. Очень сильно удивляются, а говорят, как так, вроде бы маленькая девочка и занимаешься таким видом спорта. А правда вы занимаетесь трекболом? А как так? Да это же быть не может, это же больно, зачем, почему, вы же девушка.